Первое владение будет у «Зенита». Они в темно-синих цветах, «Уникс» в бело-зеленых. Состав казанского «Уникса». И это Джордан Ллойд. Это Джордан Ллойд. Он много эмоционировал в том матче. Ответочка от «Зенита». И есть 3 очка в корзине «Уникса». В раннем нападении Джордан Ллойд это делает. Быстро очень на ногах двигается Бэрон. Против Мозли идет под кольцо и, кстати, забивает через него с фолом. Показатель в протоколе не виднеется. Джордан Ллойд против Клименко на скорости. Сложнейший бросок попадает Джордан Ллойд. Сразу двоих обыграл в этой атаке. И в темпе потерял «Зенит». В этом владении 6 секунд до конца атаки. Билли Бэрон попадает. И этот Фредли Баунс помогает опуститься еще в кольцо. Бэрон еще раз проверяет эту дистанцию, на этот раз попадает. Плюс 10 делает лучший 6-й игрок этого сезона. Билли Бэрон. Рядом есть Зубков и в углу Ллойд, который взял разгон. И еще один бросок в контакте забил. На этот раз против Уильяма Мозли. Всего минуту провел в первой половине за «Зенит». И ничем ярким не отметился, кроме 2 потерь. К ряду Билли Бэрон ловит кураж и попадает очередную 3-ку, 3-ю для него в этом матче. Классная поддержка сегодня. Бэрон еще 2. Пирасович берет тайм-аут при минус 17. Какой же у него убийственный перевод за спиной. Джордан Ллойд перехватывает. Баунс-пас. Тайсон Картер. И его томагавк. Великолепная атмосфера на Сибур-арене. Пару попаданий. Этот мощный слэм. И Хезани может включиться в самый нужный момент. Но Джордан Ллойд говорит не сегодня. Плюс 12 возвращает «Зениту» Джордан Ллойд. С ним на площадке казанцы выглядят лучше. И несмотря на то, что они проигрывают 11. Какой блокшот от Кулагина. И контратака «Зенита». Плюс 13 становится ключевой момент этого матча. Пойтрес на Бэрона. На победу! Билли Бэрон ставит точку в этом матче.